вот такая вот дорога. Киев, Одесса, Одесса, Киев, М05, она же Е95. После ремонта. Зеркало идеальное. Такая должна дорога быть везде. В каждом селе Украины, в каждом городе Украины. Это город Жашков сейчас. Жашков. Это еще Черкасская область. Идеальная. Тут 2 года назад была просто жесть. Так что всем удачи. Все будет хорошо. Дороги будут прекрасные у нас в Украине. Слава Богу. Слава героям. Героям слава. Всех с Новым Роком, с наступающим Рождеством Христовым, слава Богу. Пока-пока, ребята.